Здравствуйте, Тарас, это видео про ваши одуванчики. Первый одуванчик для Телеар. Я запрограммировал 200 мм, диафрагма от 3,5 до 22. Вот он, первый одуванчик. И второй одуванчик для Калинар 5N. Он запрограммирован от 2,8 до 45. Почему до 45? Вы увидите из таблицы поправок, которую я вам пришлю. И фокусное расстояние 100 мм. Кроме этого, одуванчик для Калинар я сейчас наклею на двухсторонний скотч, с которым вы его и получите. Инструкцию по наклейке на скотч я вам прислал в письме. Сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание. Обращайтесь с одуванчиками очень аккуратно. Они нежные и хрупкие. Вот обязательно все это дело просмотрите, чтобы они не были при установке вами сломаны. И тогда они прослужат долго. Спасибо за внимание.